Привести город в порядок за 10 месяцев. Новый мэр Красноярска Сергей Еремин провел первое совещание с заместителями и главами районов. Градоначальник раздал подчиненным поручение. В первую очередь нужно заняться уборкой дорог и дворов, а также закончить все дорожные работы и подготовиться к ремонтам следующего года. Получить подрядчиков, которые действительно могут выполнять данные работы. Каких-то требований, каких-то вольно толкующихся, слабеньких требований в технической документации и задания быть не может вообще по определению. Чтобы поручения мэра исполнялись четко и в срок, Еремин собирается пересмотреть полномочия глав районов. О конкретных шагах мэрии рассказал руководитель Советского района Владислав Логинов. Совсем скоро он должен стать первым заместителем Еремина. На улицах, где идет ремонт, зимой установят опоры освещения. Их уже изготавливают в Екатеринбурге. Сейчас важно привести все в порядок. Мы видим, что не закончен ямочный ремонт полностью, хотя деньги на ямочный ремонт подошли к концу. Значит, первое, отработаны с предприятием Краском, с асфальтобетонным заводом, которые готовы оказать городу помощь и приступить к этой работе немедленно, и те ямы, которые еще не заделали, к ним приступить.